Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики, с вами на связи снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру «Санитары подземелий». Итак, мы остаемся на том, что залезли в канализацию, получив задание от Люси Лю выяснить, кто же украл золотой унитаз, освободить ее мужа Степана Лю. А канализацию мы все прошли, от крыс поизбавлялись, получили всякие няшки вкусные, интересные. Ну что ж, теперь идем наверх. А сразу надо будет вооружиться. Что там нас ждет, мы не знаем. Так что будем изучать. Ну что ж, поехали. Интересную я лесенку нашел. Всплыть по рубку! Похоже, я в дом желтого пахана залез. Глядишь, и унитаз где-то рядом. Так. Китаец. Ух ты. Ну все. Мочилова пошла. Мочи, козло! Ух ты. Ничего себе. Сразу критическая кабан получает. Ух ты, надо срочно лечить. А тут сплошные гранаты летают. Так, следующий китайоза. Мочи, козло! Так, кабан, ну ты вот не туда встал. Абсолютно. Так, все. Так, с этим все. Так, пообыскиваем. Так, сюрикены тебе нафиг не нужны. Сюрикен, 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 сплошной сюрикен. Так, пообыскиваем, что у них есть. Есть бабло. Мясо, патроны, аптечка. Сюрикен не надо. Так, а что, бабки не забрал? Нет, забрал. Странно, мне что здесь не увеличились они. Ладно. Враг думал, что это пень, а снайпер снес ему мозги на бекрень. Странно. Деньги мне не увеличиваются. Так. Нет, нет, водка нафиг не нужна. Не надо водок. Ох ты, без башки, парняга, не повезло. Ну и нефиг было ко мне лезть. Заслужил свою награду. Китайоза. Так. Это что за фигня? Противоядие от Хрюши. Пусть будет. Так, а вот золотой унитаз стоит, да? Ну-ка посмотрим.
Да, точно. А нет у нас чемоданчиков каких-нибудь, нычек. Тяжело в учении, легко в очаге поражения. Да не видать. Правда, есть лестница наверх. А наших дружков подлечим. Сразу зарядим. Хорошо. Кабан, сгоняй наверх. Глянь, что там лежит. Так. Ага, ага, хорошо. Сундучок здесь есть. Здесь сундучка нету. Ну ладно. Враг думал, это пень. А снайпер снизу ему мозги на бихрень. Посмотрим. Только картошка. Ну ладно. И то плюс. Так, ну что ж, идем к золотому унитазу. Так, мне, наверное, не положит он, ладно. Крюгер. Но я даже есть. Не знаю. Угу. Я как-то тоже даже не знаю. Ладно, пособираем. Пора брать коня за рога. Это не надо. Сюрикены кидающиеся нафиг не нужны. Так. Ну попробуем тогда убрать оружие. Так, отлично. Мы идем на выход. Тебя вот куда понесло, угрюмый? Не все выбрались из дома Тайпена, блин. Один балбес у нас остался тут. Не туда его понесло. Ну и что дальше? Добраться до Люси Лю. А вот гляди, какой у меня унитаз имеется. Похож на твой? Он, кабан, выручи Степана, умоляю. Только с помощью унитаза можно это сделать. Я щедро тебе заплачу, намного больше, чем тебе дадут за унитаз. Пожалуйста, какие ваши предложения? 22 тысячи, это все, что у меня есть. Выручи моего мужа с беды, деньги твои. Обычный человек не может столько добыть за всю жизнь. Слышь, а давай вместе пойдем? Ты хоть дорогу знаешь? Да и с мандарином этим можешь пообщаться куда лучше меня. Я бы рада, но не получится. Меня охранять надо. Женщины в цене, сам знаешь. В прошлый раз по дороге нападали 2 раза, чуть не уволокли.
Да и мандарины я нравлюсь, как бы чего не вышло. Поэтому теперь так далеко от дома уходить не хочу. В общем, хлопот от меня получится больше, чем проку. Сделаем. Ладно. Освободить Степана Лю, но мы сначала, наверное, сделаем отдых до полного выздоровления. Так как кабан у нас получил критическое. Отлично. Что у нас там в инвентаре? Есть еще осталось? Да, есть еще 8. О, у нас 2, оказывается, тут ящика хирурга. Ну и ладно. Ну и да, хорошо. Я принципиальный, но не дебил. Так. Ладно, наверное, мы сначала смотаемся к торгашу. Толканем все, что не нужно. Все, что нужно, оставим. Так, ну Крюгер отправим в схрон. Ну а кабана сразу сюда. Так, что нам бы тут оставить? Я смотрю, Крюгер неплохо справляется с мечом. Оставим, наверное, ему меч. Часачок на продажу, унитаз остается. Так как по заданию... А мы его пока сюда положим. Так. Патроны эти оставляем, Ну, здесь, наверное, все. Остальное все треба. Ты что, можно оставить? Здесь пусть лежат. Так, дальше поехали. Угрюмый. Цепочку оставим одну. Да, у нас еще один будет. Человечина. А нет, это не та цепочка. Это не та. Так, патрончики. Патрончики. Еще одни. Ну все, остальное на продажу. Так, у кабана, вот она цепь. Остальное. Так, вот эти патроны. Эти. А, вот еще патрончики оставляем. Пластины с чешуей продать можно, нафиг они нужны. Ну, вроде все. Остальное все на продажу. Да, надо пластинку накупать. Так, ну что ж, дружище, принимай товар. Блин, вот этот оставить, не оставить. Да ну, дробаши хорошо идут. Цепочки все, гранаты, шкурки. О, железные пластины, это надо оставить. Шкурки все на продажу, это тоже, это, вот эти тоже пластины. Тоже. Так, травка. Ну, вроде все. Остальное все мне нужно. Хорошо. Ух ты! Ничего себе! Ухудшает подвижность. Блин, офигеть. Ладно. Пока все равно на это нету. Деньжат. Дальше поехали. Цепочка, шкурка. Так, вроде все. Вроде все у Грюмова. Что здесь у нас стоит? Железные пластины. Пока состояние нормально ихнее. Так, и Крюгер. Продать. Тоже вот и все.
Так, сколько на ремонт? 1500 сразу на ремонт откидывается. Бронежилет. Минимальная сила 6. Так, а у наших дружков... А, Крюгер, сила 6. Угрюмый, сила 6. Ну и хорошо, а Кабан, сила 7. Ладно. Будем постепенно менять. Так, только надо будет, наверное... А, ну если я куплю пластины, то... Угу. Ну ладно, пусть тогда остается, наверное, все-таки. Хорошо, на продажу, на покупку. Все, ништяк. Угрюмого тоже уже вооружили. Обмундирование хорошее, более-менее. Ну, блин, от этого не хватит. Бабла не хватит. Есть только сталь... железный плат продать. Железные. Тоже железные. Ну да ладно, пока и так побегают. Так. Пластинки только вытащим. А унитаз положим. Ну все. Отлично. Идем. Освобождаем этого Степана. Охранник. Линьсунь какой-то. Ты стой, куда идешь? Посылка для мандарина, срочно, из рук в руки. Ты сдать здесь, мой люди долазить мандарин. Ты платить 50 монет, проходить. Сичуан, Лун, Цун, Цин, мандарина. Так, помолчим тоже. Белый человек, надо сказать, что он хочет. Ходят слухи, будто уважаемый мандарин интересовался вот этим. Великий мандарин Сан Синь Го предлагал белый человек сказать цену этот унитаз. Предлагаю обмен. Я тебе унитаз, а ты мне Степана. У меня к нему разговор есть, причем серьезный. Великий мандарин Чан Синь Го говорит, что это можно сделать. Белый человек, сильно повезло, мы почти казнить Степана. Отлично, по рукам. Ты иди с этой белый человек, он купить ты. Ты забирай свой раб. Уважаемый, отведи меня в северный город, получишь хороший выкуп. Обратись к Люсилю в желтом районе, обещай, не пожалеешь. А раб я все равно никудышный, болею часто. Да я как раз от нее предлагаю выдвигаться, мне надо срочно потратить награду, которую за тебя дают. Вот это новость, слушай, как же Чань Синьго согласился меня выпустить? Неужто ты убедил его внять голосу разума? Или может золотой толчок нашелся? По дороге расскажу, вперед.
Деликатно покашляем. Взять деньги. 22 штуки монет. Ну вот это хоть кто-то по-честному нам заплатил, а? Молодцы. Круто. Так, а где моя ватага? Так, с ней не можем, со Степаном тоже не можем, уже все. Ну, туда выходим. А где мои? О, мои гвардейцы, вот они стоят. Отлично. Так, с этой козявкой мы никак не можем что-то поговорить. Давайте глянем, что у них здесь есть. Домик какой-то. Забежим, посмотрим. И сразу сюда. Юлунь. Так, что есть? Ничего нет, пусто. Ладно. Что нам может предложить этот Юлунь? Белый господина, мало-мало подожди. Здравствуй, белый господина. Ты очень сильный и страстный, а нам нечего кусать уже 2 дня. Мы очень любить покусать, но у нас нету хлебусек. Если сильный и добрый белый господина даст нам 20 монет на хлебусек, мы не умереть завтра. Держи на хлебушек. На это деньги я купить очень мало хлебушек. Всем не хватит. Белый господин даст нам еще 20 монетик, пожалуйста. Держи еще. Да что-то ты как-то этот. Самого лишних нету. Белый господин, надо хорошо подумать. Белый господин не бросить голодные люди на гибель. Вот зараза, блядь. Ну держи, сучара. Ну что, не любишь, пёс? Мразь, сдохни! Ну и чё? Чего ты добился? Баран. Так, убираем. Сразу зарядим. Верни мои бабки. Так, ничего нету. Так, этого тоже ничего нет. Так, ну что ж, возвращаюсь тогда на рыночек. Загоняй-ка я к нашему другу, по продавцу по обмундированию. Кстати, может у этого отмычки появились? Более лучшие. Нет. Ну ладно, держи, хотя бы это продадим. А вот еще. Вот еще. Сто 125 штук, обалдеть.
Так. Толканем туда тоже это. Отлично. Ну тогда сразу поменяем пластины. Хорошо. Так, тут какой-то у нас предлагал обучить нас какой-то торговле. Посмотрим, еще раз пообщаемся с ним. Вспомнить надо, что он там предлагал нам. Ого, ого, ого. Планетка у нас, как известно, довольно паршива. Людишки, чмо всякое нехорошее, все такое. Торгуешься в магазине или за углом, комар траву продаю, берешь. Того гляди, напарит или вообще за точку под лопатку сунут. Если надо, могу обучить полезному навыку, чтобы подобного избежать. Не бесплатно, понятное дело. Если согласен, готовь 25 штук. Нету таких денег у меня. Нету. Ладно, сгоняем тогда, попробуем грабануть, может, этого банкира еще раз. У нас вроде навык более-менее поднялся. У кабанчика. 103. Глянем еще раз. Так. Деньги не смог украсть. Попробуем украсть ключик. Не можем. Ну ладно. Значит, еще не можем. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, советуйте друзьям. С вами был Зарбабай. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!